Выбор места для строительства АЭС в Казахстане вынесут на публичное обсуждение. А именно на суд жителей того самого поселка Улькен, вокруг которого шли споры. Напомню, по мнению специалистов, местность оказалась самой подходящей для возведения атомной электростанции. От самих сельчан возражений пока не поступало, сообщили в Минэнерго. В прошлом году мы говорили, что мы будем работать, смотреть реакцию, должны выбрать участок. Мы это сделали в прошлом году. То есть теперь мы в этом году должны его затвердить решением, к примеру, общественности того региона, то есть поселка Улькен, условно говоря, там, Жамбульском районе Алматинской области. Они должны тоже вынести свое общественное решение. Это мы вопрос готовим. На строительство АЭС специалисты закладывают не один год. Сейчас процесс на этапе выбора надежных технологий, а вот по части топливного обеспечения в Минэнерго могли бы и ускориться. С таким замечанием на коллегии ведомства выступил Роман Скляр. По словам первого заместителя премьер-министра, серьезно затянулась газификация на севере и востоке страны. Он поручил ускорить решение данного вопроса.